Красная смородина под моим окном. Вот я ее сейчас соберу. Кстати, этот куст посадил Антанас. Фаина Шпакини мне вчера рассказывала, как полезна эта красная смородина. Она говорила, что здесь очень большое количество витамина С. Если ты кушаешь смородину, то ты имеешь запас витаминов на весь год. Вот, Фаина, я тебя послушала и собираю. Сегодня собираю красную смородину. Очень много ее. И прямо она, интересно, как растет на таких тоненьких веточках. Их и срывать легко. Я даже не знаю, может быть, я еще рано срываю, но просто если я не сорву первое, то птицы сорвут и склюют. Очень много ее. Какая она красивая. О, клубничка спряталась.